счастливый человек. Вы как будто проскочили между эпохами. Вас никто всерьез в рабство не обращал. Ну, весьма возможно, что в новое время уже для вас нечто приготовлено. Но это к нам не относится. Предыдущее. Нас оставили, а новым для нас нет дела. Вы можете мне верить, можете не верить, но в 1956 году, когда мне было 15 лет, я сочинил Конституцию суверенной, самостоятельной Украины. Должен сказать, что я именно самостоятельно, независимым образом сообразил о некой необходимости разделения вот власти законодательной и исполнительной. Я очень гордился этой самой Конституцией. Была большая советская энциклопедия, она выдавала на гора какой-то фактологический материал, связанный с французской революцией. Где-то было, кстати, первое издание самой энциклопедии, менее катастрофическое, чем второе, потому что второе издание большой советской энциклопедии, это, по словам одного английского советолога, энциклопедия лжи в алфавитном порядке. А там, по крайней мере, была вот некая фактичность. И мне представлялось вот необходимым, ну, подумать о том, что есть будущее. Я вот подумал. Через несколько лет был арестован мой брат за украинский буржуазный национализм, и он загремел в Сибирь на несколько лет. И я свою конституцию спрятал в школьный фундамент. И вдруг ГБ налетело на этот самый фундамент и что-то там искало. Дело в том, что мой братец, видите ли, тоже что-то написал и тоже там что-то спрятал. И я помню, я безумно испугался этого обстоятельства, потому что я увидел, что государственная безопасность шутить не умеет. И вот первый мой позыв был буквально следующий. Подальше вот сбежать из этой страны. И я решил сбежать из СССР. Был я тогда девятиклассником, и решил я сбежать по картам, напечатанным в этой же Большой советской энциклопедии. Но структура географическая тогдашней СССР была такова, что чем больше я приближался к границе, тем больше от нее удалялся. То есть я только тогда сообразил, что к самой границе нельзя приблизиться близко. Ну и я возвратился с повинной вот в свой Чернигов. Самый обычный обыватель, живущий даже не в самых неблагоприятных обстоятельствах, чтобы пристойно и жить свой век, и спасти себя, от всевозможных величайших опасностей. Исайя! Исайя! А потом вот грянул 22-й съезд, и Хрущев так громко забил в антисталинский барабан, что я решил, что мир должен вот перемениться. И я вбил себе в голову очень простую и вместе с тем до сих пор для меня мысль убедительную. Эта страна настолько закрепощена, что если что-то в ней может перемениться, то только сверху. Я не верил уже в какие-либо жесты вот снизу. Но если будет что-то меняться сверху, то необходимым образом эта страна должна так или иначе, либо в конфедеративном, либо в каком-то другом сходном режиме, ну, возвратиться к неким своим национальным первоистокам. Другого выхода не было. Налево! Налево поворачивайте! Ну что ж вы делаете? Ну вы же не туда поворачиваете. Ну! Да перестаньте же вы меня поучать. Вы же ничего не смыслите в дорожном движении. Ну вот, приехали в совершенно незнакомое для меня место. Здесь, что ли? Нет, это совсем не то. Нет, погодите.
Я наблюдал очень наивное поведение московской интеллигенции, которая совершенно не понимала ни эстонских, ни литовских, ни украинских, ни еврейских, ни кавказских проблем. Это меня всегда коробило, при всем моем уважении к этой интеллигенции. Я своевременно запомнил фразу господина Дурново, нашего земляка, который говорил, что на Украине, или, как он говорил, Малороссии, вот это мазепинское сепаратистское движение в случае кризиса примет совершенно неожиданные размеры. Я сидел и терпеливо ждал этого кризиса. Я решил, что этот кризис произойдет в начале 21 века. Я боялся только одного, что вот в ожидании этого кризиса этот мир устроит ядерную войну. Ну, если не он, то, американское ядерное безумие, которое тоже достаточно было в ту эпоху. Civilization in every age had been nursed only in cradles, guarded by superior weapons and superior discipline. У меня, к сожалению, никакой советской ностальгии нет. Конечно, был университет, были друзья, были замечательные преподаватели, были друзья-товарищи и все такое, но потом все было безумно сложно. Любой житейский жест, он превращался в гигантскую проблему. То есть, попросту говоря, постоянную работу я получил. Извините, я не кокетничаю. На 51-м году жизни. Ну, так какая же ностальгия у меня может быть? Я был существом уже действительно совершенно подмостным. И вот моя жена, ну, ранее она меня нашла, она выдернула из такого странного состояния, именно подмостный я, едва ли не бумж в конце 70-х, в начале 80-х годов. И потом я социализировался с огромным трудом. Вот я находил какие-то работы, меня с этих работ выставляли. ГБ просто обрядывало, беспрерывно вызывало меня для каких-то целей. Напряжение, связанное с работой, вредит моему голосу. Ну, в 88-м году ГБ мне позвонило вот в последний раз и начало мне что-то вычитывать. Извините, я вспомнил старинный русский адрес. Я этот адрес высказал по телефону. И вслед за тем я встречался только уже с генералами из СБУ. Это были совсем другие люди. Вот я, например. Ко мне уважительное отношение. Не понимает, как я могу так жить. Но не обижается на то, как я живу. А ты? Я до сих пор не понимаю, кто ты такой? Когда-то покойный Бахтин говорил, что культура всегда осуществляется на границе. Украина, само название, пребывает именно в таком пограничном пространстве. Вот так и возникает вот этот самый странный мир, который никак не мог определиться, потому что он постоянно был на границе. Потому что здесь возникло к 17 веку вполне свободное крестьянство, которое умело даже постоять за себя, как оказалось вот во времена Богдана Хмельницкого. Но потом у этого крестьянства исподволь забирают и отбирают землю. И все несчастья Украины производные от этого крестьянского, селянского, национального несчастья. Я так полагаю, что последнее слово украинской истории, в том числе отрицательное, оно не сказано. Потому что, с одной стороны, селянская страна на протяжении столетий, а с другой стороны, у этого селянина не было земли. А потом у него отобрали еще и свободу. И все это было под самыми разными псевдонимами. До сих пор это не сказано. И уже появились новое поколение, которым исторически это неинтересно. А вместе с тем они же выросли на этом бесхлебе, на этом безлюдье, на этом отсутствии свободы и земли. Земли и свободы, земли и воли, воли и земли.
Вот это и есть украинская история последних столетий. Нужно понять все это, понять саму ситуацию Украины. И без разных измов, без националистической истерики, без националистической патриотической шизофрении, но вместе с тем нужно понять все то лихо, которое принесла сюда имперская шизофрения. А шизофрения ее неимоверная. Государственность, здесь между нами говоря, всегда не любили. Что есть русская государственность здесь, на Украине? Если бы она была несколько либеральней, она бы вела себя так, как вела венская монархия, которая очень искусно, я бы сказал, даже виртуозно, с помощью «разделяй и властвуй», осуществляла некоторое, пусть скромное, но самосочетание всех, без исключения этносов, обретавшихся под крышей той самой империи. Российская государственность категорически не умела это делать. И вследствие этого, скажем, сюда в Киев приезжает премьер Столыпин, который приглашает клуб русских националистов и жалуется на то, что эти малорусы собираются поставить памятник Шевченко. Это, кажется, конец 900-х годов. И Столыпин вслед за тем заявил буквально следующее, я его цитирую: «Пока я приезжаю сюда, здесь не будет стоять этот памятник». Это, конечно, было имперским безумием. Дело в том, что убийство Столыпина не случайно. Его застрелил еврей, который вместе с тем знал, что массовая интеллигентская Украина отнесется к его выстрелу, ну, скажем, почти лояльно. Селяне это в сущности не заметили. Ну, убили какого-то царского слугу. Так у царя слуг много, и все они, кстати, одним миром мазаны. Но когда вот грянул февраль 17 года, куда бросилась киевская толпа? Она бросилась к памятнику Столыпина, и этот памятник пал. Дело в том, что в конечном счете Украине не было места в той самой системе. Уж очень она была беспощадной. Некий зов сквозного смысла твоего пребывания в мире, это мне было свойственно где-то 6-7 лет. Началось все почти с мистического страха перед немцами. Я на плечах у бабушки, и бабушка бежит покосами. И рядом какие-то дети постарше и какие-то старики. Мы убегаем из деревни в лес. Оказывается, партизаны убили немца из гарнизона, раздели его и бросили около дороги. Я вот сижу на плечах у бабушки, и она как ведьма несется в лес, спасая своего внука. И мир огромен, и у меня ощущение и некого восторга, и некой
сверхопасности, которая гонится за мной. Вот мне хотелось с той поры расшифровать мир и в направлении того восторга, и в направлении той опасности. Страх был в такой степени, что в конце концов я в начале 60-х поступил на армяно-германский факультет вот Киевского университета, на немецкое отделение, для того, чтобы избыть этот страх. И я помню, я очень удивился, когда начал читать замечательных немецких поэтов, лириков, ну, скажем, абсолютно лишенных какой бы то ни было агрессивной интонации. А ранее мне вот немецкая цивилизация казалась просто самим отвращением какой-то агрессии. Ах, Александра Николаевна, это и есть сплошное так называемое гартманианство. То есть задолго до него уже было говорено, что-то уже похожее. Но только он очень просто и очень убедительно сформулировал. Все, что не делает человек, приближает его к самоубийству. Князь Бисмарк, он пользовался советами Эдуарда фон Гартмана в украинском вопросе. Это своим пророчеством. Сказали бы что-нибудь дельное, хотя бы для разнообразия. Раньше я боялся немцев, а теперь я боюсь физики. И должен сказать, что для этого у меня есть некоторые основания. Дело в том, что я после Чернобыля заболел и попал в гости к врачам-онкологам, которые вот всячески меня лечили. Я это называл свиданием с Марией Складовской Кюри, поскольку тебя закрывают сначала за одной металлической дверью, потом за другой, за третьей, за четвертой, и, наконец, начинают тебя лечить соответствующим способом. Для меня ядерная физика – это стратегическая ошибка человечества. Вернее, технология, которая возникает на основе ядерной физики. Но ведь как только возникает какая-то физика, так сразу над ней возникает и технологическая надстройка. И ничего, кроме страха перед этой надстройкой. Ну, для этого нужно было видеть Чернобыль. А я его видел и видел вблизи. За что и вот расплатился своими шрамами. Я только и слышу вокруг себя постоянные жалобы на жизнь, стоны. Ангелы все плачут. Какие проблемы у них, у ангелов? Они плачут. Нет проблем у ангелов. А он стоит и плачет. А чего он плачет? От того, что ему нас жалко. У него есть причина. А если без причины? Без причины не бывает. Вот когда мне начинают говорить, вот мои литературные недруги, почему у тебя все украинцы, почему ты так много говоришь об украинской культуре? Ну, потому что некое мировое предназначение человека и человечества я чувствую через вот ту нацию, которой я принадлежу. Потому что в режиме мирового разделения труда вот эта нация должна работать на весь мир для того, чтобы этот мир спасти. Простите, даже страшный чернобыльский опыт, это как бы входит в этот самый состав. В этом смысле я украинский националист. Но если рядом вот агрессивный персонаж, который прежде всего понимает патриотизм как непрестанную войну с чужим, сопредельным, ближним и даже вот дальним, это для меня вот чудовищно. Я немало шишек получил от такого варианта украинского национализма и получаю до сих пор эти самые шишки. Должно понять цель нации. Вот московская интеллигенция, она не любит Солженицына. Я это заметил. Но в сущности он дело говорит.
когда он говорит о том, что каждый народ в своей судьбе предназначен для какой-то высокой космической цели. По дороге к этой цели он не должен мешать другим народам. Это альфа и омега вот этого самого национализма. Я при этом национализм. Здесь, к сожалению, только трава. А желательно, чтобы было дерево, и нужно постучать по дереву. Потому что я разную Украину видел после 91-го года. В том числе и Украину разъяренную. А не дай Бог видеть разъяренную Украину. Вы понимаете, что есть Украина осени 17-го года и вплоть до осени 922-го года? Можно ужаснуться тому, что здесь вот происходило. Мы в двух шагах от дома выдающегося украинского русскоязычного писателя Михаила Булгакова, как я всегда называю его во зло радикальным патриотом, поскольку он замечательно воссоздает вот этот самый пейзаж разъяренной Украины, где здешняя интеллигенция уничтожает свой народ, а народ уничтожает свою интеллигенцию. Так вот, дело в том, что где-то на протяжении последнего десятилетия кое-что я видывал здесь. И я очень рад, что покамест эта страна более-менее спокойна. Более-менее. Но в мире так много чего происходит. Последнее слово украинской истории на ближайшие сезоны не сказано. Я здесь не хочу быть плохим пророком. Но я видел, как оппозиция пыталась затоптать своего президента около памятника Шевченко. Я вроде бы был с оппозицией, но на это крайне неприятно было смотреть. Но в конце концов нужно делать так, чтобы и не дразнить гусей, называемых оппозицией. То есть, понимаете, вот надобен нескончаемый диалог и даже триалог вот в ситуации современной цивилизации. Со всеми нужно разговаривать, со всеми нужно говорить. Я понимаю, что иногда это очень утомительно. Ситуация такая, что хочешь вот дать пощечину человеку, а вместо этого протягиваешь им руку. Нужно всем протягивать руку, потому что другого выхода нет. Знаете, вот в этой самой всей солярной системе, возможно, вот человечество единственный стационарный биологический организм, высокоинтеллектуальный, но способный к самоуничтожению. Мы подошли к какому-то краю. Вы знаете, на всех украинских пограничьях висит один лозунг, плакат приветствия. И в соответствии с анекдотом, один украинский пограничник на той стороне, а русский пограничник вот просыпается, кричит ему: «Петро, шовинист проклятый, ты что написал?» «А что я написал?» «Ты написал: нечего шастать». Только, извините, он погрубее говорит. А украинский пограничник в рассеянности говорит: «Да нет, я написал: нехай шастыть, пусть всем будет хорошо». Вот это и есть мой национализм. Пусть всем будет хорошо, но я как украинец, а не как космополит должен помогать все этому.